Работай. Установлено, что жительница города Балашова на протяжении нескольких месяцев в арендуемом нежилом помещении, расположенном в одном из сел Балашовского района, организовала подпольный игорный клуб, в котором проводились турниры по игре в покер с последующей выдачей денежных выигрышей. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при содействии сотрудников Росгвардии произведено задержание подозреваемой и 10 игроков, находившихся в помещении подпольного клуба. При осмотре места происшествия обнаружено и изъято стол для игры в покер, фишки различного номинала, игральные карты, травматический пистолет и сверток с веществом растительного происхождения. Следственным отделом по городу Балашов Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 32-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.